Ира, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, ну вот результат твоего мастерства на лицо, точнее, на лице у Иры. А вот, вот я, честно говоря, хотел узнать, как все это происходило. Я думаю, что телезрителям тоже будет интересно это увидеть. Давайте посмотрим. То, что наша гостья сделала с Ирой, это еще цветочки. Она сама способна перевоплотиться в разных героев голливудских, да, это и Сталлоне, Доктор Хаус, Рэмбо и даже Терминатор. Вот, Ира, скажи, пожалуйста, вот как увлечение мейкапом переросло в, вот, ну, это фейс-арт, да, называется? Ну да. Почему ты решила, да, переносить образы именно голливудских актеров, да, голливудских героев на себя, на свое лицо? Ну, вообще, это произошло случайно. Началось с того, что меня однажды спросили, могу ли я нарисовать на своем лице мужчину. Ну, я смогла, и после этого мне захотелось чего-то большего, чего-то посложнее. Ну, а кого, как не наших брутальных известных мужчин, рисовать на себе? Угу. Давайте посмотрим, как выглядит Ирина. Посмотрим, как выглядит Ирина, когда она в гриме. Пожалуйста, там фото. Я знаю, что многие даже не верили, что это ты, и ты начала записывать видеоролики. Да, это правда. Я сначала выложила фотографии Терминатора, не записывала, как я его делала, ну и стала получать очень много вопросов и недоверий в плане, что да это не я, что это приложение или фотошоп. Мне стало очень обидно, и я поняла, что стоит показать, как это делается. Ну и, собственно, людям это вроде понравилось. Хайзенберг-то какой был прекрасный. А сколько часов уходит на грим? На сам грим, если без съемки, наверное, часа два. Если вместе с роликом, со съемкой, с кривляниями в конце, то где-то около 3 часов. 3 часа. Да. У тебя в основном мужчины. Были ли перевоплощения в женщин? Или планируешь? Нет, пока только мужчины, потому что, мне кажется, это забавнее, когда на женском лице появляется мужское брутальное лицо. Да, с бородой, с усами. Ну, это веселее, и они более характерные, более такие крутые. Согласна, баба Ира. А какой твой любимый образ? Сложно сказать, я же их все. Всех люблю. Ну, хорошо, очень. Самый сложный. Самый сложный, наверное, был Рэмбо. Рэмбо? Почему? Да, потому что, ну, у него очень специфическая форма лица, и нужно было очень все так дотошно отрисовывать. Ну и плюс я рисовала там руки. Мускулы прорисовывала. Да. Давайте еще посмотрим на экран. У нас есть видео того, как это происходит. Это вот это как раз кто? Это Хайзенберг. Это Хайзенберг, да. Доктор. Здорово. И шляпа. Так, это... Это Хаус. Это Доктор Хаус. Доктор Хаус. Ты сама всему этому научилась? Да. Ты... Да, я училась сама. И долго? И сколько ушло времени на то, чтобы вот такие навыки получить? Ну, вообще гримом я занимаюсь 4 года, а вот таким художественным гримом где-то, ну, около полугода. Удается... Сильвестра мне в студию, пожалуйста. Молод он для тебя, бабушка. Насколько мы знаем, у тебя в планах примерить на себе образы известных музыкантов. Вот кто на очереди? Вообще никаких конкретных планов пока нет, но у меня очень просят сделать солиста группы «Рамштайн» и Джареда Лето. То есть, вот, возможно, эти ребята будут одними из первых. Здорово. Насколько мы знаем, Ирина входит в топ-100 самых красивых тюменок. И, конечно же, нам хочется узнать твой лайфхак, как с утра выглядеть на миллион. Ну, самое главное – это высыпаться. То есть просыпаться без синяков под глазами, и тогда уже ты выглядишь на миллион. Но ни одной девушке не вредит капелька тонального крема, освежающих румян, хайлайтера и блеска для губ. Естественный макияж. Да. Ир, спасибо тебе большое. Желаем тебе успехов. Ты очень крутая. Спасибо большое. Мне очень нравится, что ты делаешь. Супер. Спасибо.